Подзаголовок. Перекрыть культурной революции источники финансирования. Если республиканцы убедятся, что у них нет иного выхода, кроме как принять участие в культурной войне, они могут причинить немалый урон своим противникам. Ведь сегодня федеральное правительство – казначей культурной революции. Если республиканский конгресс выявит каналы финансирования из государственных средств таких организаций, как «Планирование семьи» и NAASP, и сумеет их перекрыть, а также перекрыть деятельность организаций наподобие Фонда развития искусств и гуманитарных наук, Министерства образования и Комиссии по гражданским правам, противник окажется фактически в долговой яме. К сожалению, республиканцы сильно опасаются, что их обвинят в «сеянии распри» в кавычках. Тем не менее, некий отважный и пытливый исследователь рано или поздно предъявит обществу список всех организаций, допущенных к федеральной «кормушке» в кавычках, и тогда Белому дому и Конгрессу предложат прекратить финансирование тех, кто независимо от своей политической принадлежности играет в политику на деньги налогоплательщиков. Как писал Джефферсон, заставлять человека вносить средства на пропаганду мнений, в которые он не верит и от которых бежит, есть грех и проявление тирании. Конгрессу следует отменить День президента и вернуть в качестве национального праздника День Вашингтона в память об основателе нашей страны. Калифорнийская инициатива в области гражданских прав КИГП, которую избиратели одобрили 60% голосов против 40, ставит вне закона расовую дискриминацию и прозелитизм со стороны властей штата. Нужно найти конгрессмена, который переложил бы текст КИГП, составленный Уордом Коннерли из попечительского совета Калифорнийского университета, на язык юридических терминов и побудить Конгресс к обсуждению этой инициативы как акта о гражданских правах 2002 года. Текст ясен. Цитата. «Власти штата не могут подвергать дискриминации или оказывать предпочтение конкретному человеку или группе лиц по расовому и сексуальному признаку, по цвету кожи или по происхождению, в том, что касается деятельности публичных учреждений, школ и общественных подрядов». Конец цитаты. Когда его попросили высказать свое мнение об этой инициативе, сенатор Джозеф Либерман, кандидат в вице-президенты из компании мистера Гора, ответил: «Не вижу причин возражать. Это декларирование исконно американских идеалов. Тут сказано, что нельзя подвергать кого-либо дискриминации в пользу некой группы». Конец цитаты. На самом деле слова сенатора выражают кредо общества, где все расы равноправны. Если Конгресс не примет этой инициативы, выдержанной в духе акта о гражданских правах 64 года, значит, нам нужен новый Конгресс.